Вертолет врезался в 38-этажное здание в Сеуле. В результате крушения погибли два человека. Один из пилотов на месте, второго доставили в больницу с сильными травмами, однако спасти его не удалось. Машина врезалась в небоскреб в условиях густого тумана в престижном районе Канамгу, южнокорейской столицы. По предварительной информации, авария произошла из-за ошибки пилота. Жертв и пострадавших среди жителей дома нет. Сразу после ЧП большинство людей из здания эвакуировали.